В зале заседаний попечительского совета Казанского федерального университета состоялось открытие программы по повышению квалификации для заместителей министров Республики Татарстан с участием первого заместителя руководителя аппарата президента Республики Татарстан Ильнура Гарипова. Наша встреча, ваша программа обучения, она проходит организованно в особенный период для страны, вообще для мира. Вы прекрасно знаете, есть период непростой, сложный, связанный с геополитической ситуацией, связанный с санкционным режимом, ограничениями и так далее. С другой стороны, период он очень интересный, период, когда перед страной открываются новые шансы, новые возможности. В рамках мероприятия заместители руководителей основных ведомств региона ознакомились с изменениями, внесенными в законодательство в области государственного и муниципального управления, актуальными данными о борьбе с коррупцией, а также получили информацию об особенностях стратегии социально-экономического развития республики. Мы очень старались и будем стараться, поэтому у нас все получится. 4 модуля. Нужно набраться терпения. Учеба – это прежде всего труд. Тяжелый труд, поэтому 4 модуля, это более 170 часов, в разные субъекты мы с вами поедем, будем обсуждать совершенно разные вопросы. Также чиновники обсудили вопросы морально-психологического климата в различных коллективах и принципы формирования кадровой политики исполнительных органов государственной власти. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюз.